Короче, сегодня у нас телепередача «Уничтожение осиных гнезд». Конечно, хотела это голос сделать, но сказали, укола нету, если тебя насадят. Там серьезные вещи. Давайте посмотрим, как уничтожаются осиные гнезда. Начнем с самых легких. Для этого нам потребуется мешок. Конечно, надо было поплотнее. И очиститель дроссельной заслонки. Заходим. Сейчас ответ включу. Начнем с самых легких. Проходи, он там показывает. Где они висят? Большой, видно? Большой. Ух ты ж. Он большой. Но это самый легкий, что мы видим. Катя, уйди отсюда, тебя же кусают. Так, руки у нас достанут для этого. Давайте начнем с самых легких. Пакет. Как бы не насадиться. Где он видите, осы плавают. Ох. Все, мы их задавили. Они в пакете. Так, второй. Второй, по-моему, не живой, но может живой. Берем пакет на руку, чтобы вас не засадило. Раз. Два. Хорош они. Ну не бойся ты. Давайте еще один. Ну, этот посерьезней, ребята, наверное, где-то. Товарищ оператор, не плачь. Ну, берем этот так. Надеваем. И так. Оп! Все, они там, а даже ни одна не увеличила. Пошли следующие. Так, где мы подходим? Отсюда вроде бы убрали мы осиные гнезда. Тут, конечно, много может быть. Берем второй. Вон они, видите, висят. Стой, да я туда встану. Вот, меня ж не видно, как я снимаю. Давайте начнем с самого большого. Так, блин, как бы не нагнуться. Так, пакет ему. И оп! Готов! Оп! Готов! Оп! Готов! Оп! Оп! Все! Очиститель дроссельной заслонки нам не понадобился. Ну вот, осятники мы сорвали. Сейчас тут еще один. Дайте тут пакетик. Вот он маленький. Но он только начинается. Так. Пакет. Завязали мы. Все нормально. Выключай, пошли к следующему. Заходим в сарай. Там намного серьезнее, ребята, висит. Он, видите? Вон там он висит, осятник. Сейчас мы залезем аккуратно. Аккуратно. Я чего начал? Сегодня как-то к пчелам лазил. Опа, опа. Оп, оп. Аккуратненько. Пакетик надо было поплотнее, конечно. Приготавливаем пакет. Не надо нервничать, нервничать не надо, ребята. Делается все в спокойствии. Так вот. Хлоп! Оп! Все. Ай, добро, они там жужжат. Ну, сейчас мы добавочку им туда. Давай-ка вот так, иди сюда. Ну и все. А, вон еще один есть. Конечно, конечно. Сейчас вот. Конечно. Может быть, он тоже живой. Оп. Все. И пакет завязываем и хватит ему. Больше мы не видим. Все. Вон, посмотрите, они как там бьются, бедняги.
если присмотреться, вон их там сколько, через черный пакет. Ну сейчас мы им это делаем. Конечно, вон, видите, сейчас мы им это дело устроим побыстрее. Сколько их там тысяч было, я не знаю. Ну и практически они окуклили, все. Так, выключу, сейчас пойдем к самому. Подходим мы к самому сложному этапу. Тут трудновато их взять, на полу у них погибших много. Это у ребят сделан шалаш здесь такой, на чердаке. Конечно, трекань я уже оторвал. Кто не боится. Смотрите, как гнездо в разрезе будет состоять. Сейчас тряпку я оторвал. Вон они. Ух. Видите, сколько их там, ребята? Оп! Ну, для этого, сами понимаете. Надеваем маску. Но делать надо быстро, не делайте, как я. Ты приблизила что-то внутри? Да. Вон, видите, гнездо внутри. Ну и... берем пакет. Все, ребята. Ну, это разрозненное куда-нибудь делается. Все, теперь уходим. Какую-нибудь палку разбросить. Конца, чтобы они здесь больше не обитали. Все. Осятники разворочены. Это мертвые им там. Все, надо смотреть, куда они пойдут. Пошли. Ну что можно сказать? Которым мы засадили в пакет этого самого. Они окуклились. Ну, эти пакеты, естественно, в помойку завязаны для дальнейшей переработки. Ну что, в результате нашей работы не пострадал никто. Единственное...